Кошкин Владимир Алексеевич, первый секретарь Серебропосадского районного отделения КПРФ, депутат районного собрания Совета депутатов. Мы видим, что у нас власти в кризисе, в Сергиевом Посаде находятся. Депутаты не могут найти общий язык между собой. Депутаты не могут найти общий язык между собой и главой города. И я считаю, что это является основной причиной того, что в городе у нас беспорядок. И мы считаем, что необходимо либо депутатам сесть и нормально провести свой совет, либо уходить в отставку. И в то же время мы считаем, что выборы главы города должны быть всенародными. Вот это наше требование. Поэтому мы два лозунга у нас. Первое – Хейсина и депутата в отставку. И второе – лозунг – это выборы КПРФ за всенародные выборы главы города. Предположительно, неизвестно будет или нет, 21 числа ожидается общегородское собрание, что-то вроде народного схода. Я был на втором, так сказать, этапе этого собрания как слушатель. И я считаю, что не должно быть такое собрание, где нет даже наших представителей от КПРФ. Нас не пригласили официально. И ведет собрание товарищи. Кто там это? Кто организатор этого собрания? Почему партия, которая заняла 32%, за которую проголосовали на выборах депутатов Московской областной думы, федерального собрания, не представлена на этом собрании. Она должна быть представлена. И не только партии, общественные организации, и здесь само собрание должно все-таки составить какую-то квоту от всех этих организаций.